друзья, сейчас попробую пройти сертификацию челлендж от IronMind Crash туда. Для этого необходимо поднять 20 кг на хабе, 90 на роллинге и закрыть кок 2. Так, начнем с хаба. Хаб, вот штук оригинальный. Где у нас 20-ка? Оп, 20-ка. Хаб, он IronMind, все дела. Оп, все, еще замагнизимся. Есть. Завесим. Это там для гаранта. Давай, Серега, покажу, что роллинг оригинал. Все крутится и вертится. Сам фонарь. Один. Не видно. 95-400.